Смотрим на позиционную атаку и бросок Ника Оямяки. Здесь небольшая потасовка. Нестерова валит на лед Никита Макеев и будет удаление. А вот у кого? Быстро игроки завалились на лед и, соответственно, лайнсмены приехали разнимать. Обоюдное, судя по всему. Никита Макеев и Герман Нестеров каждые на 2 минуты отправились. Да, дорогие друзья, я чуть ошибся. Действительно, Даниэль Одет на льду, начиная со второго периода, не появлялся. Я так понимаю, то столкновение с